Около 3 месяцев назад я выпустил видео, где проанализировал песни, которые были спасены благодаря наличию гостевого куплета. К примеру, один из главных бенгеров этого года – Look Alive от Дрейка и Блокбоя. Открылся ему миру последнего, а также талант молодого продюсера TK. И нет сомнений, выйди Look Alive без Дризи, то никаких попаданий в чарты, дабл эксель фрешменов не было бы и в помине. В нашей же индустрии таким примером является трек Ригаса «Дежавю», когда куплет Мирона спас автотюновое безумие Ригаса. Это не гетто, не рэкет, не драки. Птаха говорит, во мне нету рэпа. Ладно, в моем рэпе нет птахи. А учитывая стёб над птахой, работа привлекла внимание и желтой прессы, о чем Ригас даже и не читать не мог. Будь трек сольным, безусловно. Гости зачастую спасают треки, даже своим мучанием, как Кит-Кади. Но бывает и обратная сторона. Когда ты слушаешь трек, вау, круто, хозяин наваливает. И тут начинается парт гостя, и становится как-то грустно. И приходится слушать трек или до второго припева, или искать версию без гостя. И на самом деле все довольно субъективно. Может быть для вас гостевой парт спас трек. Но все же это мой канал и ваше дело соглашаться или нет. И сейчас вашему вниманию треки, которые испортили гости. Начинаем. Тупокалипсис – одна из самых лучших работ Шока за последнее время. Конечно же, сэмпл Макавелли сыграл важную роль в успехе работы. Ну и парт Димы Вышка. Сразу же чувствуется тот самый самоуверенный, конфликтный, бескомпромиссный Шок, которого обожали и ненавидели поколения слушателей. В карман за словом лезть намного легче, чем за баблом. Каждый пытается казаться жестким. И весь куплет Димы реально прокачивает с первых же слов. Наплевать, что о нас думают, насрать, что говорят. Распиздяев, как солдатов, заебешься строить вряд. Я не уважаю больше никого, кроме себя. На том свете с тупаком вся моя мертвая семья. За мной годы, как в цепях. Но потом вступает это молодое дарование, и трек совсем уходит в другое русло. Деньги, сучки, банды, житы нитками, как слава. Вчера никто, сегодня куми. Жаль, на этого так мало. И это тот самый пример, когда молодежь и старички. Не лучшее сочетание, и соло Шока звучало бы куда убедительнее. Боевик No Limit от G-Eazy и компании знатно выстрелил под занавес прошлого года. Там был и крепкий куплет от Cardi. И заедающий припев от Ракима. И непревзойденный парт Juicy J'а. Но даже Френч Монтана там к месту, что удивительно. Зато не к месту Белли. И вообще непонятно, что же он там забыл. Благо его куплет в самом конце. А следовательно, мало кто смог насладиться этим, да и срезать удобно. Как будто знал, что будет лишним. Понятно, что коммерческий успех и узнаваемость трека без Крида была бы куда хуже. Плюс его участие в одноименном шоу добавляет иронии ко всему происходящему. Слухайте, вы меня уже заебали все! Я вам скажу, я не Игорь, блядь, я Егор! Но Олег ЛСП выпустил альтернативную, сольную версию трека. Я только за, чтобы дочки поскорее расцветали, как весной цветочки сирени. И когда все мои подружки постареют, передам их дело следующим поколениям. Где доказал, что еще Федук, но более-менее к месту. Но вот Егор Крид вообще не вписывается и не нужен там. СМС летит в директ, на купе подъехал Кент, она раздвинула рогатки, это пусть и сегодня вэт. Бамблбизи славится как один из самых техничных и мастеровитых МС в нашей индустрии. И на новом альбоме Антон в очередной раз доказывает, что все авансы и титулы, которыми посыпали музыкальные издания артиста, были не напрасны. На пластинке довольно широкий список гостей, и если с Роксом они дополняют друг друга и звучат гармонично, даже Эльдар там звучит убедительно. Извини, я вышел из сети и выключил мобилу, чтоб мне не звонили, надо попиздить один на один с моим визави, что сидит внутри. На дне бутылки недопитый виски, хэндипит от негативных мыслей, мне не выкинуть из головы все, что говорили мне в детстве близкие. То Киев Стонер или неизвестность, ну вообще не к месту. Темпой, так бывает, ведь она об этом мечтает, когда ее наберет Феймос Нига, она его шпагу оседлает. СМС летит в директ, на купе подъехал Кент, она раздвинула рогатки, это пусть и сегодня вэт. И не вписывается в концепцию трека Шмеля. Я понимаю, что они друзья, но вот именно в этом треке Антон куда бы лучше справился с соло, ну или с Роксом. Я не пелена на поле игрок, заряжаю ствол нужен один два. Недавний фит гуфы с молодыми музыкантами нельзя назвать провальным, тут дело в другом. Очень уж стили артистов отличаются,
даже слишком. Два представителя нью-скула с автотюном в каждой строчке. Я один, будто всегда там. Да не пропал на трубе, я говорю, они верят. И Гуф, что рифмует таджик и ОУДЖИ. По садовому шуршит большой черный джип, за рулем таджик, пассажир ОУДЖИ. Как мне кажется, из этого одного трека могли бы получиться два хороших трека по отдельности. Ведь Леха отлично справлялся с битом в одиночку, демонстрируя блоконный флоу. В бардачке что-то лежит, а ну-ка покажи, сука, как жизнь руку мою держи. Они скульчики и вдвоем себя прекрасно ощущают. Просто Гуф здесь выступает, как промо для молодых. Ну а какие треки, на ваш взгляд, были испорчены гостевыми куплетами? И вырежи их из песни, было бы куда круче. Напишите свое мнение в комментариях. Если вам понравился ролик, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте. Любите рэп и барабан. Барабаны на готов! Не лезьте, блять, в хип-хоп!